Всем привет! Сегодня у нас 24-е. Я зачуханный, что только проснулся. Недавно только умылся. Аня меня умыла. Вот. Да, у меня брыши на лбу. Вот. Сегодня собираемся ехать за кроваткой малышу. С мамой моей и с Аней. Вот. Ну там еще может быть что-нибудь прикупим. Какие-нибудь вещички малышу. Посмотрим, что там есть. Едем в Мега Грин. Большой торговый центр у нас. Почему едем именно туда? Потому что там есть внутренняя парковка, и можно хорошо меня так, ну, вытащить, чтобы не на улице, не на морозе там, хотя мороза у нас, в принципе, не было. Сегодня вот первый день, буран там, снег идет. Да, Гриша собрался на улицу, блин. Как по заказу, это не я собрался. Я собрался еще вчера, позавчера, а буран пошел. Они меня поставили в субботу перед фактом, что мы едем за кроваткой в воскресенье. Выбирать. Да, я уже сказал, как хочешь. Либо ты берешь себя в руки, высыпаешься, и мы тебя тащим, не важно в каком виде, туда и выбираем кроватку. Либо у нас потом Леша родится и будет спать на полу. Вот, уже затягивать нельзя. Так что сегодня едем. Надеюсь, меня там снегом не занесет. Я не простыну. Ну там буран. Прям. Ну буран, ну что? Ну может быть он, знаешь, мы собираемся попозже ехать, может быть он немножко утихнет. Ну я надеюсь. А так будем, мы поедем, мы помчимся. На раннем, утром ранним. Нет, ну не утром ранним, но. Ну, и днем вечерним. Какая разница? Главное, на оленях. Да, на оленях. Какой олень нас повезет такую погоду, ты мне скажи. Выключай вообще завтра. Гришка пытается дозвониться сейчас в Мегагрин, узнать, работает ли внутренняя парковка. Потому что у нас Мегагрин, там могли внутреннюю парковку закрыть частично. Из-за угрозы обвала, обрушения. Вот, сидит, звонит. Одела ему очки, хочу ему показать, как за окном снег падает. Надеюсь, он увидит. Сейчас шторки открою. Скажи, пока будешь болтать, если снег будет падать. Ну-ка, смотри. Не знаю, видно тебе там что-то или нет. Видно. Видно, да? Ага. Видишь? Это вот сейчас. Крупный снежок. Нет, это сейчас мелкий пошел. Ой, у меня еще не заправлено. Ой, мы сидим еще, пьем чай. Это для тебя он мелкий, для меня. Для человека, который дома сидит всю зиму, он крупный. Нет, правда, сегодня прям шли крупные хлопья, прям вообще как будто перья гусиные. А метет-то как? Я же тебе говорю, там метет. Ну, как всегда, мне везет. Ну, никакой снег. Сейчас я еще больше уверен, сейчас приедем, внутренняя парковка не работает. Да я же поэтому говорю, бы узнать бы заранее, работает она или нет. Никто трубку не берет. Ну. Вот это мы сейчас вот встали, да, вот сейчас вот еще день у нас, ну, еще светло. Прям удивительно, второго. Что светло еще. Начало второго. Сегодня воскресенье. Ну, в среднем часу уже обычно темнело у нас. Ой, такая красота вообще. Дико как-то в городе все время шли дожди. Вот прям последние дни дожди. Вот, и травка зеленая, все вообще такое, тоска вообще. Ну, совсем не новогоднее настроение. У людей депрессии страшные вообще. Только и слышишь, депрессия. Сейчас вот снег пошел. Теперь предновогоднее настроение у всех хоть будет. Вот. Ладно, в общем, поедем так наобум, да? Как повезет. Угу. Не, я думаю, там все равно парковка должна работать. Хотя там этажи некоторые закрыли, я слышала. Но может быть там некоторые этажи открыты все-таки для парковки. Если после этого видео я пропаду, а возле Мегагрина появится новый снеговик, то знаете, это я. Да-да. Сильно не издевайтесь. А я тоже там-то рядом буду. Два снеговика. Один повыше, один пониже. Снеговик и снеговик. Один снеговик с пузиком. Ладно. Будем собираться потихоньку. К зиме готов.
Все, выходим. Собрался выходить. Или к зиме, да. Давай, ну, собрали. Сейчас будем вывозить Гришку, я следом за вами пойду. Да он хоть бы капюшон сняли, а то... Нет, пусть. Капюшоне. Я уже капюшон одела, так. Все, надежно. Ну ладно, крайний случай сниму, хоть бы кину в машину. Я вот переживаю, как вы там протиснетесь, тамберы, там столько хлама стоит. Протиснете. Давай, одевайся. Ты мою сумку захватишь? Ой. Да, я захвачу. Перед Новым годом не был в таких вот торговых центрах. Никогда не видел ничего этого. Все этой предновогодней утвари. Только дома, да, жена как нарядит, так и все. Ты же не был никогда в это время, не выезжал. Он никогда не выезжал в это время. Не видел ничего этого. Не из пластика какого-нибудь. Ну да, так по качеству. А вот по качеству я не знаю. Вот, кто скажет, какое качество. Ну, тебе понравится. Сейчас, да, выпьем. Матрас здесь как кокос. Да, матрас всего 1500 стоит, в принципе. Ну. Да. Кроватка недорогая, 5. Тоже недорого. Приемлемая такая цена. Ну тут все регулируется, видите, опускается ниже, выше. Ну это вот классно, что вот выше можно поднять. Надо так оно во всех там. Да, во всех там, да, сделано? Потому что я вот тут, допустим, вижу, тут тоже есть, да? А тут тоже? Да, там, наверное, тоже, видите, как высоко поднять. Тут я как-то не вижу. А, вот. Они как-то так стоят, чтобы не рассмотришь ее просто. А тут что? Вот ванночки. Лазили, лазили. И нашли кроватку. Выбор очень маленький. Стоит буквально 2-3 кроватки и все. И все неподходящее. Да, я вообще надеюсь, я там слышал. Все пластиковое. Большинство, либо из некачества дерева. В общем, ничего не подошло. Зря приехали. Нашли такую тележку с Дедом Морозом. Ой. Да, интересно, какая тележка. Там, наверное, либо ресторан, либо что, не знаю. Люди отдыхают, гуляют. Кушают. У всех, наверное, предновогоднее настроение. Мы тут ходим. Хотела тоже в один магазин зайти с одеждой для беременных, но он оказался закрытым. В общем, мы решили с Гришей, что, скорее всего, наверное, кроватку будем по интернету заказывать. Не будем ее искать по магазинам, потому что мне очень тяжело. Мне тяжело и дышать, и вообще плохо. В таких людных местах очень много внимания, вот это вот все. Of peace, hail the Son of Righteousness.
19. Папа забрал. Уже темно, да, папа нас забрал. Гришка, правда, нифига не видит в окно, к сожалению, да? Ай, как пришел на дерево, на самые глаза. Да при чем тут ты это? Окна высокие, он все равно ничего не видит. Я не соседю, мне бы повыше. Вот, ну так. Что, к Хоркиной заехать не надо? Там и дай заехать. В ЛГУ неудобно будет заезжать, а к Хоркиной можно. Ну а смысл, что заезжать? Он в машине сидит, он не выйдет, не посмотрит. В окно он ничего не видит. Сейчас будем приезжать, снимем, да? Ну, на камеру хотя бы, дома посмотрит. Снег у нас растаял весь, все, снега нет. Сегодня только пурга шла, утром я снимала, сейчас уже все. Как видите, снега даже следов нет, одни лужи. Так что вот так вот, такая у нас зима. To certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Елочка. Из фонариков. Езжаем уже домой.